Стелла на въезде в бывший Димитров простояла больше 15 лет. Эту работу архитектора Василия Левченко признали лучшей в области на конкурсе малых архитектурных форм. Демонтировали конструкцию слаженно, берегли от повреждений. Разрезали по нанесенной разметке. Демонтажу Стелла поддалась не сразу. Теперь демонтированную Стеллу отвезут на переработку. Средства на эти все мероприятия будут выделены из местного бюджета. Подрядчиков мы привлекаем опытных, чтобы все эти работы были выполнены качественно и в срок. В следующем году местные власти планируют установить новую Стеллу на въезде в Мирноград и со стороны Константиновки. В рамках декоммунизации в Мирнограде уже демонтировали все памятники с коммунистической символикой. Осталось только переименовать госпредприятие «Красноармейск-Уголь». Новое название утвердят на следующей неделе.